скинул ДПС. Сколько у нас там получилось? 387. Скинь скрин в ДС. Круто. Терпи, ровист. Скинь, уже скинул. Да это я вам просто ДПС отдал чуть-чуть. Так бы в танке стоял, чилил. Ну спроси у злобного. Пойдет он, нет? Пойду. Ну давай тогда с злобного ровист пока почили. Шарит кто как в ДТЛ с миссы посмотри. Есть уверенные пользователи DTLs? Да хрен знает. Скада, если только. Или рекал. Ну там, в принципе, наводишь, когда, ну, короче, нажимаешь на себя и наводишь на каждый скилл, там написано, если есть промах. Ну, там то... написано, типа, попадание, обычные и криты. Вон, неудачная вот. Атака, ожог, 6 промахов. А, вот вижу, все, окей. Спасибо. Я просто, видимо, пира чекал, пира не было. По небу. У нас короче только. Спасибо. Собаку иду. Вы на треше себе тоже иннеры заливаете. Вот сейчас, например, не люблю щит, этот щиты, он сухой. Чтобы комфортно было.
Хо-хо, пушка. Распалить. 2000 получается. Правильно, распалить. 2000 сюда, блять. На две фласки хватит. Так. Не забывайте, со спорами там никакой хуйни не получается. Теперь в одно место никто не сбегается. Значит, одна в звезде, одна в кружке, одна под боссом. Ну давай, что там? Видон в звезде пускай. Доброджин в кружке пускай. Остальные хилы там как-то раньше набирайте. Какая тактика у танков? Ты, короче, после едкой гнили уже будешь забирать с меня. Уже когда он выдохнет. И это... Там получается что, или с 8 на 9 где-то стоп. Короче, когда он выдохнет, тогда и заберешь. Незыбку я буду отдавать на едкую гниль. Дайте протобаф по хантам, пожалуйста. А, нету сейчас прото. Okay. А, протопал теперь ретрик. Проторетрик. Проторетрик, да. Так, рыбу надо, хуй знает. Тут рыбу, короче. Ну, кто там лыбу просил, он пишет на лыбку ему. Станину еще. Да, было бы неплохо пристабав получить. Девакин. Девакин, ты тут? Готов? Споры выносить надо. Да, не проебитесь этой хуйней, давай пойдемся. Девакин, ну чё там? Ты даёшь чё тут? 1 2 1. О, нахуй. Хукмастер, съезд же, ностальгия. Призен, хурюк. С пельменем нормально играй. Тупо хукмастер. Не ловить. ДПС уменьшается. На танке? Да, поближе под босса встань. Именно. Сейчас он третий стак вдохнет. Будет еще больше бить по мне. Хилы не проебите. У вас 5, хилим бойду. Сейчас по рейду дамага вообще не будет. Его уже нету. Давайте хорошенько хилим. Вынесу в кружок. Забирать? Да, забирай.
Вень. Вынесу в печеньку. Бидон тотем, не люблю на ману. Вадикон по бидону, злобный по не люблю. И бидон не лови пельмени. Айс Бруджин тоже тотем. Еще 9 лямов бить. Вот же злей по Зубруджину, у тебя фулмана. Три хила бьют. Шалфир на хп в читани. Все нормально. И вышли. За припотами сгоняю. Ой, я не помню, блядь, гимну кота. А, у тебя, ну, я не помню. Уже не помню. Ну, дали, не дали, похуй. Главное, не вайпнулись. Так, это параша не надо никому. Будьте там. Чего там? Так, кровь надо кому-то, нет? Кровь лежит, короче. Я же не смогу залутать. У меня посох есть, но квеста там нету. Ну, квест надо, ну. Ох, и потом. Да, успеешь еще. Я там что-то сделал. Ебать, там квест ебаный, блять. Этих мобов бить, у них по 200к хп, нахуй. Они еще стоят. Они еще откидывают тебя. Замедляют, нахуй. Ты, короче, хуй куда убежишь. Их там, нахуй, 100 штук этих мобов, нахуй, стоит. Это где? Ну, блядь, на посох эту залупу делать, квест. Ну, и где ты таких нашел? Ну, где? В этом, в Локмадане, блядь. Там с типом говоришь, он говорит, 6 руды ему дать и этот, типа главного завалить. Я там охуел делать эту хуйню, блядь. Ну, что, вы делали по-другому, что? Да не так же, просто ты так описал, я нихуя думаю, жесткие какие-то там, просто по одному ходишь по это по кругу. Да я охуел. Зацепляешь их и все. Я-то в медведе, блядь, пачку сагрил, думал, заебись, они меня чуть не разъебали там. Все прожимки. Поверил, да, в себя. Пиздец, да. Так. Скажи тактику. Сейчас метки поставлю и скажу. Тактика для танка, ты будешь просто босса держать, короче. И сейчас еще один нюанс объясню. А у тебя ДД есть вообще? Так себе. Т4. Я сделал, но один раз только бегал. И тебе либо это, в танке надо шарить, либо в этом. Ну, чтобы могу подтянуться. Не, я имею в виду это, чтобы альтернатива была. Ну, я не знаю, типа, если кому-то там что-то надо, пока сидят там челики. Короче, это самое. Там нюанс, смотри, будет в какой. Вот ты танчишь босса, да, вот он в центре. Вот. Значит, когда взрыв будет,
Ты босс, главное, ты его в центре держи, никуда не это не выводи. Там надо будет, когда со слизня вылетит слизь, вот, и она будет лететь, тебе надо будет отвести босса в квадрат. Вот. Ты его отведешь. И также, чтобы люди, ну, то есть от слизи, она слизь будет в крестик падать. Вот. И ты отведешь, и также люди, чтобы босс переведен на место, куда слизь уже не падает, типа, и ты это, чтобы люди прятались за спину босса на блевоте, потому что все вайпы, они обычно от того, что люди вбегают от слизи, а босс блюет и блюет на весь рейд от этого вайпа. Так, теперь Бардинек, Тон, РНЖ, значит. Ебать, два ханта у нас, это очень пиздец. Значит, Вадикон, тебе ответственное задание. Ты, короче, в звезде с Давакином стоишь. Бидон. Да нет, Зубраджин. Щит земли на Давакина. И смотри за ним хорошенько. Подхиливай там. Прям когда блевота, хили его хорошенько. Сейчас еще по пати вас раскидаем, шаманов. Значит, щит земли на Давакина. И Вадикон посматривает тоже за Давакином. Если что, это он просаживается уже. Его подхиливай, себя подхиливай. Так, вот ваша звезда. Значит, кружок. Триалтон стоишь тут. И, ну давай, Шалфир. На Триалтона частица, да. В звезде, да? В кружке. В звезде стоит Давакин и Вадикон. Mm-hmm. В кружке Триалтон и Шалфир. В ромбике будет стоять Злобный и... И кто, блядь? Ну, ПС тогда. Ну и вариантов нету. Получается, маги остаются только. Два мага в треугольнике. Маги, смотрите, там это самое. Мы там в треугольнике на РНЖ стоим? Да. Вы на РНЖ стоите. У вас выйти с лужи очень просто, есть блинк. На блевоте, смотрите, хилы. Основная задача прохилить 8 ДДшников. Сейчас я попробую вас в одну пати закидать. Так, Рависта пока уберем. Так, кто у нас там? Давай вот так. Ну, по сути, вот 9 человек, кроме Призана. Третья, четвертая пати. Их надо диспелить. Давай мы Бидона, короче, заберем сюда. Так. Из такого, блядь. Давай Давакина сюда набросим. Вот, значит, тотем очищения ставите. Ну и вообще, диспель так же Бидон, как обычно, ты диспелишь со всех. То есть первую, вторую пати надо диспелить будет. Диспелить и меньше проблем. Ваша основная задача захиливать блевоту людей, которые вот третья, четвертая пати. Вот. Этот. Ну, Бидон, твой щиток, соответственно, на этом. На связи он босса танчит. На пулы все на него там, не забывайте. Ну, самое главное, что это. Слизней я вожу, бьете босса, там все, бурсты, припоты, всю эту хуйню. Кто на связи танчит? На связи танчит босса. Я вожу слизней. Так, не знаю, оставил рыбу, нет, надо проверка. Этот слизь, когда плюет, там на полу будет какая-нибудь метка там, типа зеленая? Лужа. Ну, лужи будут. Нет, ты имеешь в виду, когда слизь взрывается, брызги разлетаются? И нет, когда там... в квадрат вести. Там ничего не будет. Смотри, не я тебе объясняю на связи. Значит, появляется слизень. Когда на нем пятый стак появляется, там, или пятый, или шестой, он босс анонсит. Сейчас взорвется, там какую-то хуйню произносит. Слизень начинает 5-секундный каст. В конце этого каста из слизня вылетает по слизинке в каждого игрока рейда. Вот где игроки рейда стояли, вот если все в звезде стоят, да, и в конце каста слизь вылетает, и они все, 25 штук, приземлятся сюда. Радиус взрыва у них примерно вот такой же, 3 метра, как у вот этого кружка у звездочки. Вот такой же, блядь. Ваша задача просто, как только он начал кастовать, встать в крест, как вылетела слизь, то есть когда она полетела, вы перебегаете в квадрат вместе с боссом. Босса ты можешь раньше увести, вот. Хотя не это. Стоишь, взрывается и уводишь. Вот. Ну, и дальше задача ваша всегда прятаться за спину босса, когда он блюет. Либо там как-то стойте под ногами, чтобы блевота вас не задевала. Короче, если что, проанонсить тебе, когда отводить. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1.
Герус пула, фул ДПС, хуярти изо всех сил. Не забывайте сразу диспельте, если вдруг тотемы кончились или еще что-то. Диспельте с людей сразу, иначе они сдохнут. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Сводить ничего не надо, как стоите с маленьким, так и стойте. Только по возможности отворачивайте его в центр, чтобы он не плевал. Вот же Ладикона ресы. Ну что, вы их не могли прохилить или что, блять? 5 хило. Ладикон до Вакина. Фул баф по Ладикону. На хп обновите крик всю хуйню. Фул бафы. Вы до Вакина захил. Хиль себя, хиль себя. Шалфир дай на ману. Видон тотем. Так, губительный газ. Так, на следующем, наверное, взрыв будет. Перебеги куда-то, хуй знает, слизень, чтобы не дамажил тебя. Пиздец, заебался я обливать. Готовьтесь, скоро взрыв будет, вот там этот, блядь, и тут еще большой. Готовьтесь, будет скоро взрыв. Того не могу пока забрать, слизня. Центр, центр, забли. Сейчас будет взрыв, одна, две, взрыв, побежали. Выходите в квадрат. Только с лужи выйдите. На хп ПСа давай. А ПСа блюет. Я сдал. Обратно заведи. Опять бью. Выйдите кто-нибудь, я вышел. Еще взрыв, готовьтесь, выходите. Пошли. Выходите.
починил трубы для подачи ядовитой силы. На ману давайте гимны, у кого есть еще. И нра. Зубраджин сухой. Три хила всего осталось. Шесть лямов, не знаю, добьете, нет? На рейндж все выйдите, самое главное, милики тоже смотрите, а то заблюете. Ну я за рейндж. Ну и подбивайте там с аккуратного расстояния с какого-то. Под вас. Не забывайте еще, когда баблы отдавайте, там все, 500 тысяч. Нету, я за Броджину ману заливал. Оп, травма. Не отдавай никому эту травму, а то люди играть с ней перестают. Понял, блядь. Травма мозга сразу. Типа получил травму, все забил, да? Так, злобный. Ну, видишь, финтек получил, уже не мат. Кому с вас давать, злобный или отже? Перч. Осколок, да? Да. Тоже забыл. Профа не будем бить, да? Не, пока нет. После лана его будем бить. Квест, значит, не получится сделать мне? Хм, квест в обычке. Квест в обычке. Зачем ты шем делаешь? Будешь делать? Ну, да, попытаюсь. А ты его делаешь, чтобы в ДД-спеке играть или для ПВП? В первую очередь в ПВП, скорее всего, а так в ДД. Что-то танчить не очень прикольно. А-а-а, хуёво. Это кто сказал? На связи? Ну да. Да. На связи, и, между прочим, танчить вообще лайтово, нахуй, можно сказать. Ничего такого сложного нету. У ДД иногда больше ответственности. Что есть, то есть, да. Танки стоишь и смотришь, как бы люди слагают. Да, умирают. Это вот сейчас на лане так будет. Хоть бы отбежали, если вас бьют. Большая очередь, да, на осколки? Или да, как да. Километровая. Ну, неприличная, но... Тем более, как что... меня и до Москвы, нахуй. Ей нет конца. Там ты быстрее соберешь, чем эта очередь, сам с пугами обычки поводишь. Ну это, правда, пару месяцев будет, но быстрее будет. Может и не пару. Вы проф попробовали бить? Нет. Да, пробовали разочек. Да. Или даже по-моему... раза три или четыре. По-моему, не пробовали. Или... Пробовали, пробовали. На прошлом КД после убийства Ланы.
А, значит, я забыл. Батареи же, да? Ходили, нет? Нет. До перифазы, скажем так. Дамаги не хватает убить слизней. Да там. И не только. Мы стали по только. Мы стали по тактике бить, где, когда нам надо в угол вставать, чтобы слизень 1000 раз об тебя взрывался. А люди не кумекают. Так-то ущербная тактика, она мне не нравится. Дамаги, да, по сути. По сути, дамаги не хватает, чтобы. Ну, слизни должны заливаться, вот пока на нем дебаф и плевка висит. Надо успевать их зазеркнуть. Когда это переход. А так-то по одному. Вторая фаза должна проходиться, если не ловить пельмени. Газ. Ой-ой. Зачем? А Синдрагоса пробовали бить? Не. Синдрагоса, кстати, легче, профессор. Пробовали. Я говорю, полегче. Самый злой. Даже лич не такой сложный, как проф. Сколько мне сейчас плохо? У Синдры. У Синдры? Да. Ну, я тебя не помню, мне топ 70. Лесить. Да там как бы вот все то же самое, что и на обычке, просто на второй фазе, на кого вешается освобожденка, они просто стоят, курят, все, пока не слетит. Изи, короче. Ну да, да. То есть. Также склепы ломают, также в центр ставят, ну, закрывают. А сколько хилов? 6 или 7? Мы ходим 6-5 по разу. Просто там же получается сколько? 4, да, высвобожденки кидают? 6. А, 6. Вот, ну, а если на хилов кинет, ну. Да, было пару раз, кидало на всех шестерых хипов. Два хила выходят и тупо захиливают 3-4 пули. А, понятно. Запомним. Ну, типа, когда такая ситуация возникает, паладин просто баблом скидывает и, ну, пытается держать танков, чтобы синдрагосы не развернулись вперед. Вот. А остальные хилы, там, я не знаю, какие-нибудь шаманы могут просто выходить и у кого есть сильный, ну, воскрешение, реинкарнация. Кстати. Ну, короче, обычно мы переживали такие моменты. То есть даже на шестерых вешалось, а двое уходило, или кто-то один скидывал и старался держать его. Ну, по максималке. Не, ну это понятно. Ну, у нас, конечно, ДПС побольше вашего. Нам проще проходить. Ну, у нас на сурке сегодня сколько? 387? Да. А у нас сколько? За 400. Ну, понятно. Ну, мы еще не так сильно одеты. Как бы есть топчики, которые дамажат. Но не все. Да. Елема не было, точнее, демона. Ну да. Так бы еще с десятку больше было бы, около 400 было бы. А, ну у вас лока нету, да? Да, не было сегодня, вообще нету. Ну. Да, сегодня прям их нету, не пропали. Исчезли, короче. Печаль. Самый главный лок тоже съебался.
Ты про этого? Взятого. Взятый. Да, тот уже. Это сразу понятно было, что это не на неделю. Ну, понятно. Сейчас почилит полгодика. Может вернется, но вряд ли. Я тоже он отдыхал где-то сколько? Да, где-то больше полгода. Потом как целка открыли, пришел обратно. Так, ну я не знаю, на связи в ДД спекать тогда. У меня шмотки не с собой. Ладно, двоих потанчишь. Либо через Дживса. Могу. Есть у кого-нибудь Дживс? Сзади поставил. О, спасибо. 10 Дживсов. Так, а Лингрен тогда в танка, да? Угу. Так, ну давай, что кинетики. Смотрите, если кинетики не справляются, люди с одной стороны, то помогайте им. Так, ну злобный точно на кинетику. Кто еще изъявит желание? Ну я на ханте на кинетике посижу бомбин. Так, давай хант. Валкар, он где-то в другом рейде в Целкану. Ну и давай. Он со Спокменом. А-а-а. Он собирал же там в ЛФГ. Понятно. А что, он уже у нас не играет? Можно кикать? Ну я не знаю, он на роге был. На каком роге? Ну Спокман сегодня ушел. Он заходил, отписался, типа, всем пока, я там нашел к своему арте, типа, гильду. Не, вот этот Валкар, это что, он с нами ходил, он 9000 ИП. Не будет с нами больше ходить? Без понятия. Довакин, тогда ты в ромбике. Знаете, да, там особенности? Один из хантов на пульте Талдорама на Лингрена. Хотя бы да, один раз в начале. Нормально. На пуль. На 18 к статам рецепт завезли. Даю отчет. 4, 3, 2, 1. Это рецепт с острова. После босса. Отдам массакру. А можешь повернуться в зал? Че, не видишь ничего? Кинетика. Шары ебаные, вот какой-то даун прописывал, блять. Как уебищные, блять, туда-сюда дрыгаются, блять. Че, идите. Че, Геру можно? Да. Он сзади падает, подбейте.
Дебал в рот эти шары, нахуй. Че, нельзя было норм... стандартный агроем прописали, да? Это на тебя Шектора не агрится, ну. Отдам сокру. Отдал. Че у вас постоянно так, ну, типа, даете? Ностальгия сет жрец. Проебали сокру сейчас. На следующем вихре кого будет сокра, блядь? Сокру лучше под конец юзать, а не в начале. Под конец каста всегда. Empower Cortex spread out. Идите келесит обейте. Седжу вставал, нет? Ты что-то не вкуриваю. Да я вставал, я не добежал сейчас. Как так-то, ебать? Ну завтыкал. А этот ложный выпад или что там у тебя? Кош ваниш, спринты. Кош ваниш, покинуть тело на ротации. Роги, блядь. Роги бесят. Ну этот. Заткнитесь. Вот же резай его еще раз. Только захиливаю. Любишь ты защиту и, блядь. Щиты не любишь, а щитовать надо, блядь. Удара. Что за тело тут бегает? Ностальгия. Я понял, блин. Чилишь, босса не бьешь, да? Я так понял. Я понял. Стримит пацан. Интересно, что там на стриме говорит? Вот я чилю, блядь, босса тут, блядь. Он бьет, блядь, только после прошлого РТ писал, что извиняется за подпела. Скажись опять. Шаг опять сейчас я первое даю. Да. Сокру. Ностальгия твинк мутит? Отдаю массу сокру. Это, что-то с маной делайте. Бидон ставь. Тотем не люблю, на ману читай. Вадикон по бидону залей. Злобный по шектору. Ностальгия по не люблю. Бегите на келесе, это бить его изо всех сил. Найтика. Прослакали. Сейчас подведу через 4 секунды. Это захильте войда, алло, блять. Это. Блять, далеко. Упал. Кинетика, взрыв, аккуратно. Кинетика сейчас взрыв. Этот злобный бенстиллер ресы. Ты что, сука, шар ебаный? Стоит, блядь, такой.
На звезде кинетика пан. Зубраджин тотем, шалфир на ману. На вихре отдам массакру. Призом вставалку, захильте его. Кинетика над келесетом, помогите. Квадрат над келесетом, сука, алло, нахуй. Есть в рейде люди живые, сука, ну почему я на танке должен бить ее? Прием, блять. Улетите же все, блядь. Шектор, отдай масс. Келесит, обейте, идите. Игра там дохуя. Кинетику главное подбивать. Даватин сзади падает тебе, из стены. Берса полторы минуты. Не успеете. Все, идите на это, на другого. Сори, уже похуй. А что там челики лежат? Чилит. Три БРКД. Один есть только. Ну Вадикон, Бенстиллера резни, пускай подамажит немножко. Пэса давай на ману, гейм. Че там, блять? 6 лямов. Отдал массакру. ДПС за лупом, блядь. С таким ДПСом на лану идти смысла нету. Не, ну мы пойдем только сначала на вальку сходим. Пас там курноты. Такс. Лидринг сотка. Лингрен 50. На связи тебе надо эту хуйню? У тебя вообще без дырки с обычки. Вообще. Я хуй знает, какой у нее твинг. Мутик, не мутик, вообще без понятия. Плащик? Плащик я взял. За 100%? Я просто не понимаю, как это работает у вас. Я даже ничего не пишу. У тебя потому что аддона нету, и PGP Loot Master называется. Его надо скачать, поставить. Будет табличка появляться. Там нажимаешь 150-10%. Короче, этот хулидринг. Что, точно ты за сотку берешь? А мне особо с гиры что-то ничего не надо. Поэтому беру это. Так, ну я вот не знаю, тебе дать или Лингрену, или на связи. Ну ты сейчас в ретрике. Да, мы с Лёхой сейчас как бы ну, оба в ретрике. Да, давай за сотку ему, что мне-то без разницы. У меня как бы для Геры пока это таких хватает. Или на связи давать. Ну, на связи и поменьше. Если на связи, блин, он пока человек не определился. Он говорит, в танке, говорит, что-то не очень. Говорит. Угу. Сам же слышал его. Так что да. Я считаю, лучше Кости отдать тогда. А, ну... Так, ну это мусор.
Я на маленькую рога зайду. Угу. Расслабляйтесь, поехали. Кольцо. А чё сегодня, блядь, с Герой случилось, а? А чё с ней? При осколка. Ну да, что-то хуйня какая-то. Бывает в обычке 10 осколков, да? Ну, больше 6 я не видел в обычке. Мне 8 падало на прошлом КД. Ага. Повезло. Не, я как-то с пугами ходил, с 8 боссов тоже 6 осколков было. Я один раз ходил, 2 упало. Потом что-то пошел тоже. А он, как Саня ходил, бигдем, он за фулл инст 1 осколок. Гребаный рандом. Это из-за вредности. Возможно. Вредности админов? Не-не-не, игроков, кому собираю. Я тоже дал за мнение. Ты вообще мол. Я прилечу. Так что Тоха там все в цене упало. Ты все про полироли? Не, мы с ним за комп базарим. Так что тряси копилку, где обновляй. Да, сейчас память вообще, допустим, оперативная, дешевая. Ну, я сейчас спрашивал, плашка на 8 3200. А 16 там что в районе пятерки. Видюхи в цене охеренно упали. Тоха, ну а вы что, на Джайну хер положили? Да. Пока не дается. Ну, мы до третьей фазы доводим, там, баг с шипами. Когда бегаешь... А, баг? Шипов, да, нихуякс в рейде появляются. Ну, они типа сейчас исправили. Самый клёвый босс на Сирусе это Джайна, блядь. Мне ещё этот нравится. Киль.
только в обычке, не этот говно, который в Гере сделали, блядь. Ну, в ИХМ-ке стабильно, да, понедельник, вторник, короче? Ну, пока да. Пока да. Слышишь, Войт, а что ты на среду планируешь? А хуй знает. Зависит от того, что сегодня и завтра закроем. Ну, мы Джайну на среду оставили. Посмотрим. На следующее КД у нас сжимаются рейды, эти два рейда будут за 3 дня. Вот, и Гера у нас в воскресенье начнется. Кайф. Выходные прям четко, в понедельник, вторник, с воскресенья задротить можно. Так, Лингрен в ДД спекнулся. Так что вы там сами определитесь, куда кто. А, на связи ты справа, я слева. Так, Оджи, летаешь с Шектором. Мы, по-моему, летали уже, да? Угу. Краб там какой-то есть, через него хилите, хуй знает. Или нету? Ханты есть какой-то, краб или там? Локота нету? Нет. Давай кинь. Раздупли там. Нету пета, что ли? Ни черепахи, ни медведя там, блядь. Танковский какой-нибудь. По которому хил завышенный. История, ты бежишь? А, бежишь? Я уже тут. Так вот рыба. Смотрите это. Если... У танков таунт КД, то смотрите, помогайте там примораживать, за, ну, замедлять мобов, чтобы они не шотнули Шектора. Нет, слева понапуливаю. Погоди. Рарник тут, не? Девять счет. Погоди, погоди, погоди. Стойте, не пуляйте. Чё ты там, блядь? Да у меня петов, блядь, я его выбил. Питомца. Чё, блядь, всё. Как его назовут, этого твоего? Баку. Погодите, там, пэта, не пэта, там, кулак какой-нибудь. Престовский баф. Бакутан какой-то, блядь. Чё, готов? Бакуган? Нет? Бакуган. Ну, да, всё. Стартуем. 5, 4, 3, 2, 1. Джекпот на связи у тебя. Только сильно там у ворот не танчи. Чтобы мы недалеко друг от друга были. Валдырный у тебя идет. Пламя справа. Можно было бы на этого дракона запрыгнуть. Пиздец. Так кринжово, что сквозь модельку про
Покататься хочешь? А. Войтбуре рожденный. Войтфрозен, капитан, капитан Войтфрозен. И при этом я не выпил ни капли рому. Тебе еще надо мартышку подогнать, да? И Барбоса топовый персонаж. Остальные бичи. Ну, тип еще, который это, два кореша. Делай, слышишь, Пэта, мартышку и назови Джек. Спасибо, Джек. Ты не за что, говорит. Это я не тебе, говорит. Это я мартышки. Не знаю, Барбоса супер. Мега крутой пират. Легенда. О, Шектор сдох, видели? Кто-то не откидывал его. Не знаю, что там было, но он сдох. Как ты сдох? Прикинь, заново сейчас хилить. Там 44% только. Короче, этот... Зубраджин, летай, иди с ним. А то, ну... Бидонс не люблю, тут вдвоем остаетесь. На хилерей, да? Остальные там ДД. Поменьше начинайте ловить дамага, катите больше мобов. И посильнее их разъебывайте. Сырного забери его. Suppressors spawned. В один портал думаете вдвоем? А это кто? Suppressor spawned. Это вообще призон, нихуя. Ты Венхи хуяришь, что? Кого ты хилишь? Вальку, что ли? Лол, блядь. Ты иди в портал, это хоть ману лесни. Там Рдрушка тебя похилит. У мастера сложил, да? Хуёво.
Хиль, не улетай в портал, хиль. 9 секунд, 8, 7, успеем. 6, 5, 4, 2. Ну, сука, успели. Секунда. Угу. Ебать, черви, смотри, вылезли. О, плащик. Жалко, что не было. Мне? Но. Крит хаст, перчатки надо кому-то? Yeah. Отойду на минутку. Это все или дальше идем? Сейчас посмотрим, на Лану сгоняем. Угу. Уже времени нету столько. Сейчас час буквально и все. Чилить пора. Букутана своего это не забудь. Какие-то штаны, блядь. У меня такие есть уже.